Яркие выступления профессиональных фигуристов, поздравления Деда Мороза и Снегурочки и, конечно же, новогодняя атмосфера. В парке «Патриот» уже активно готовятся к Новому году. На Соборной площади главного храма Вооруженных сил России открыли главный каток Подмосковья. Все посетители смогли принять участие в насыщенной программе. Решили приехать здесь, посмотреть вот эту красоту, которую создали Минобороны. И очень под большим впечатлением. Все потрясающе, отлично. Мы приехали сюда с семьей, бываем каждый год. В этом году выпала такая возможность попасть на открытие замечательного катка. Он один из самых лучших, на которых я был, ну, открытых имею в виду. Посещение катка и прокат коньков бесплатно. Покататься сюда могут прийти все желающие с 10 утра до 10 вечера. Кроме того, на протяжении новогодних праздников в парке «Патриот» будут работать горки, запланированы катания на упряжках «Хаски» и другие активности. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».